О, дивный миг, когда старик, надвинув шар на самый нос, он скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок и скажет псу: привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя, кого ли? У дяди Кости левых нет доходов, зато есть бак для пищевых отходов. И у него, конечно, в этом баке всегда найдутся кости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много веток на снегу, их различать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке.